В Анапе ярмарка развернулась на базе Анапского сельскохозяйственного техникума. На этот раз работодатели представили около 600 вакансий самых разных направлений. Строительство, санаторно-курортная отрасль, здравоохранение, социальная сфера. Также здесь могли найти себе работу и люди с ограниченными возможностями здоровья. В Анапе уделяют особенное внимание этой категории населения. С августа месяца этого года подписано постановление администрации. Количество рабочих мест для инвалидов увеличилось. Поэтому представлено больше вакансий для инвалидов. Есть возможность для их трудоустройства. Представители Анапского филиала Всероссийской общественной организации глухих провели для работодателей небольшую презентацию, как правильно общаться с людьми с нарушением слуха. Оксана Умненкова приехала в Анапу год назад. По профессии врач, сама воспитывает ребенка-инвалида, поэтому выбрала работу, в которой сможет помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. То, что они постоянно нуждаются в помощи, это, конечно, как бы понятно всем. И, то есть, чем больше будет людей, специалистов таких, квалифицированных, тем полезнее жизнь будет у людей, насыщеннее, активнее. И это польза всему обществу. В кадрах остро нуждается и анапский главпочтамт. В последнее время у Почты России наблюдается значительный отток кадров. Но сейчас, по словам представителей организации, ситуация стабилизируется, идет набор новых специалистов. Вот и на ярмарке стенд Почты России вызывает интерес у соискателей. Ситуация, если ее сравнивать с летним периодом, она начинает выравниваться. Народ возвращается на Почту России. Вот. Ваканты есть. Есть у нас проблемные отделения, особенно сельские. Это Воскресенский, Цыбана-Балка в том числе. Вот. Но сейчас народ обратно потянулся. Вот. Ситуация восстанавливается, еще раз повторяю. Значит, почта начинает работать в основном режиме. В этот раз ярмарку вакансий посетили 364 человека. Всего же на учете в Анапском центре занятости состоит 500 соискателей. Специалисты центра говорят, что на сегодняшний день могут предложить на выбор почти 1800 вакансий. По всем вопросам трудоустройства жители могут обратиться по адресу: город Анапа, улица Калинина, 12, корпус А. Телефон 314-29.